Лето – лучшее время для проведения сезонных работ в многоквартирных домах. В соответствии с строительными нормами и правилами, после окончания отопительного сезона начинается выполнение капремонта систем теплоснабжения. В этом году работы проведут в 49 домах в 7 муниципальных образованиях области. На проспекте Гая 25 капремонт теплоснабжения близится к завершению. Цена вопроса около 2 миллионов рублей. На данном доме производится капитальный ремонт системы центрального отопления, системы холодного водоснабжения и капитальный ремонт системы водоотведения. Во-первых, установка системы погодного регулирования, замену всех разливов и всей запорной арматуры по подвальной части. И в квартирах, соответственно, это предусматривает замена стояков и совместно с заменой отопительных приборов, то есть радиаторов и полотенцесушителей. Кстати, на этот факт нужно обратить особое внимание. Не все знают, что замена радиаторов входит в перечень работ по капремонту системы теплоснабжения. Поэтому некоторые жильцы опасались пускать специалистов в свои квартиры. Но когда увидели, как у соседей все хорошо сделано, тоже захотели. И сейчас в их жилье проводится замена труб и батарей. Работы ведутся под контролем совета дома. Жители говорят, что специалисты прислушиваются к их пожеланиям. Это неудивительно. Ведь до этого капитального ремонта не проводилось. И состояние труб приносило немало страданий жителям дома. Соседние квартиры, да, вызывали с управляющей компанией, хомуты ставили. То есть в подвальных помещениях постоянно вода была. Вот. Ну, наверное, канализация. В этом доме все работы обещают завершить к началу июля. В целом же по области ремонт системы теплоснабжения должен закончиться к 1 сентября. Также параллельно разрабатывается проектная документация на работы, которые будут проведены в следующем году. Егор Титов, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.